иностранцы, которые покажут свою неэффективность, персонально за это ответят. И я уверен, что у них уровень мотивации сейчас и у литовца, и у грузина, и у Наталки в несколько раз выше, это чем у министров украинцев. Давайте не будем спекулировать. А в МВД другая ситуация. Да, у Эки будут проблемы. Я сомневаюсь, что эта настойчивая, красивая, упорная женщина сможет там этого монстра изменить. Но если в МВД ничего не изменится, отвечать будет Аваков.